что да, повлияло на христианство, это то, что античная культура, уже не древнеегипетская, а античная культура, где уже все и древнеегипетские, и древнегреческие мифы были переосмыслены в философском плане, вот это, конечно, повлияло. В том смысле, что в начале первого, ну, в конце первого века до новой эры, к концу первого века, центры еврейского расселения были два основных, ну, кроме страны Израиля, были два основных, в Вавилоне и в Египте. Было две главные диаспоры. И еврейская диаспора в Египте, эллинистическая, была совершенно огромной, и, конечно, она сильно повлияла на формирование христианства. В этом плане, да. Но это не древний Египет, это уже философское переосмысление древнего Египта в античную эпоху. Это могло повлиять. Там повлияло, кстати, вовсе не непорочное зачатие, как обычно думают, а скорее фундаментально отрицательное отношение к сексу. Идея целибата, вообще все, что с этим связано, все это, конечно, некоторая античная греческая культура, которая тоже взяла себе что-то из египетской, но в основном не является египетской по своей сути, а скорее античной. А второй центр еврейский был в Вавилоне. Так вот, христианство взялось из того центра, который в Египте, и очень сильно с ним связан, в Египте, в Малой Азии, то есть в греческих центрах, грекоязычных центрах. И вся эта диаспора погибла в 115 году во время восстания диаспоры, и поэтому мы о ней меньше знаем, там есть Филон Александрийский, но довольно мало источников, Филон Вавилонский, из которой тысячи источников. Вот. Но это отдельный опыт, это опыт христианства. И он, хотя внешние параллели есть, не в этом суть. Христианство совсем не так устроено. Вот. Христианство – это греческая философия и еврейский монотеизм. Вот синтез вот этих двух вещей, а не Египта.